Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как часы Amazfit GTS 2 Mini можно подключить к iPhone. Качаем на iPhone приложение Zep. Далее заходим в профиль. Нажимаем добавить устройство, часы, принять. Давайте нажмем наши часы. В вашем случае надо будет нажать на QR-код, сканировать QR-код, и у вас будет то же самое сейчас. Соглашаемся. Видите, часы уже готовы к работе, а телефон еще что-то там настраивает, поэтому давайте подождем. Как вы можете заметить, теперь у нас все подключилось, и все выглядит так, как и должно. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!